привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные бюджетные покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Пучка Валберис – это очень красивые, классные футболки. Футболки для Криц. Была крутая акция по 156 рублей футболки. Хотела заказать у Ксюшки, но не успела. Я когда такие акции вижу, девочкам в Телеграм всегда скидываю. Тоже знаю, успели такие заказать с таким рисунком. Уже распечатала, качество, сразу хочу сказать, понравилось, за 156 рублей, вообще просто сказочно. Взяла ее на 4 года, по-моему, на 5 лет, на вырост. За такие деньги просто сказка. Как раз распечатала на 4 года размер, тут такой слоненочек нарисован. Этикеточка хлопковая, хлопок плотненький, не тонкий, горловина очень хорошо выполнена, там мальчуковые были, но уже все расхватали, наверное. Хотя что-то я смотрела, оставалось, надо смотреть размеры, в общем, ссылку все равно оставлю, смотрите. Вот такой вот рисунок, девочка, посмотрим, как будет стирки себя вести, вообще он такой набивной. Классная, красивая, беленькая. Продолжение темы мегабюджетных находок на Валберис. У нас сегодня с вами очередная красота от Словалио. Открываем. Девчонки, это нереально красивые и очень оригинальные украшения из медицинского сплава. И приходят они вот в таких презентабельных коробочках. То есть на подарок маме, бабушке, порадовать себя любимую, но очень-очень приятно. В каждой коробочке есть вот такая вот милая открыточка. Осторожно, теперь вы прекраснее. И в подарок резиночка для волос. Милота. И что же у меня в этот раз? В этот раз у меня очень красивые оригинальные сережки, цепочка и браслет. Кстати, вот этот браслетик, про который вы все время спрашиваете, переживший уже поездку на море, ежедневную носку, я его вообще не снимаю. Я в нем сплю, я в нем принимаю ванну. Душ, который блестит до сих пор и переливается как новый, это тоже Словалио. Я вам в конце ролика обязательно оставлю подсказочки, где можно посмотреть на него обзор. Так, поехали. Давайте начнем с сережек. Мне очень интересно и не терпится уже их примерить. У нас абсолютно все изделия изготовлены из медицинского гипоаллергенного сплава. У вас не будут чесаться уши, не будет никаких аллергий 100%, потому что у меня лично всю жизнь аллергические реакции на бижутерию. Да, на бижутерию. А медицинский сплав, он таких реакций не вызывает. И покрыты все украшения позолотой 585 пробы. Смотрите, какие у меня красивые цепочки, сережки на этот раз. Очень прочные везде замки. Все отлично, все замечательно. Дочь у меня носит эту бижутерию, все просто супер. В коробочке вот на черном фоне всегда такое смотрится интереснее, да? Вот такая красота. Девчонки, они не темнеют, они не оставляют никаких следов на коже, на одежде, от них не болят уши. И камешки – это фианиты, и закреплены они очень надежно. Везде, в каждом изделии, ни один камушек уже за большое количество месяцев не вылетел, не выскочил. Я вас уверяю, что никто, абсолютно никто не отличит вашу красоту от золота. Это просто нереально, как переливается этот браслет. Мне так его хотелось, девчонки, вот именно такой, с камешками тоже. Он нереально переливается. Сейчас вот тоже на черном фоне будет это все дело гораздо интереснее. Смотрите, нереально переливается. Когда попадает свет, камешки вообще переливаются всеми цветами радуги. Я не знаю, передает вам камера или нет, но это просто нереально. Очень красивый браслет. Все, сейчас померяем, посмотрим. Так, и дальше у нас с вами цепочка. Помимо позолоты, все изделия еще покрыты родием. Вот именно поэтому ничего не окисляется, ничего не темнеет. Цепочка тоже очень интересная. Купила ее себе на черную водолазку носить. Вот такая вот она интересная, сама по себе, даже без кулона, смотрится выигрышно. Смотрите, какое плетение. Прям вот очень интересное. Красиво. Переливается, блестит. Здорово. Цепочки есть разной длины. Вообще выбор ассортимента в магазине у Словалио. Проходите, посмотрите, ознакомьтесь. Огромные, девчонки, просто огромные. На любой вкус и цвет. Очень классно блестит. Показываю браслетик. Это просто чудо какое-то, девчонки. Это нереальная красота. И на данный момент такая красота стоит 680 рублей всего. Представляете? И никто не отличит его от золота. Так, серьги у нас 541 рубль, а цепочка 755, но мониторите. Класс. Ну и показываю вам теперь на себе. Вот он, браслетик. Очень красиво выглядывает, переливается. Сережки. Под любой стиль, девчонки. И на повседневку, и на праздник куда-то нарядиться очень красиво.
Очень красивые, такие вроде минималистичные, но в то же время интересные, необычные. И цепочка. У меня длина 60. У меня длина 60, прям под черный свитер. Вообще, это очень красиво. Вот это плетение, прям красота. Что все ссылочки оставляю в описании в инфобоксе. Проходите, смотрите, заказывайте, радуйте себя и своих близких такой красотой. Покупочки Яндекс.Маркета. Здесь у меня комплект из трех паст Sense 1. Нам нравится эта паста всей семье. Три штуки, 212 рублей. Очень хорошая цена, скидка прям потрясающая. Они везде, Sense 1 именно, гораздо дороже. Так, и вот такой вот скребок купила, интересно, потому что у меня коврик на кухне, он практически безворсовый, но в нем бывает застревание. Волоски. И пылесос, чтобы все их собрать, ну, ему надо долго ездить, робота я имею в виду. Поэтому взяла вот такой скребок, пригодится. Пригодится. У меня именно вот какие-то волоски, какая-то, ну, шерсть, не шерсть, не знаю, кот особо не линяет, но иногда вот волоски застревают. Я хочу попробовать. Сейчас вместе с вами попробуем, собирает, не собирает. Цена вопрос там, не помню, около 150-170 рублей. Есть такие металлические, а есть вот такие. Почитала отзывы и взяла именно такой. Ну, тут суть-то вся, я не могу понять. Вроде силикон. И с одной стороны, то есть три ряда. Сейчас попытаюсь вам сфокусировать, показать. Вот так. А с другой стороны вот такая. Вроде как и катышки на одежде тоже написано, собирает. Не знаю, сейчас проверим. Ну вот мой ковер, я уже вижу, видите, вот на нем такие вот собираются волоски, как пылесборник, блин. И пробуем. Ага, о, работает. Смотрите, вот вроде не так сильно видно, а когда начинаешь собирать, так, это я стороной, где вот одна такая штука, то вот так вот собирается. О, сколько. И вот такой вот ковер, я его, конечно, очень люблю, он красивый, он все притягивает. О, смотрите, сколько насобирала, ничего себе. Вот так вот сейчас весь его почищу. Смотрите, о, сколько насобирала. От кота все-таки большая часть. Так, давайте другой стороной теперь попробую. Она у нас как собирает. Хорошо собирает тоже. О, как, смотрите. Вот так вот. А кажется, чистый ковер, да? Нифига подобного. Очень хорошо. Слушайте, мне нравится. О, сколько нас собирал. Сейчас буду весь ковер проходить. Видите, у него почти нет ворса, но он такой вот, как губка. Любые волосинки вот все впитывает. Классно, мне нравится. Слушайте, вот эта сторона даже мне как-то побольше понравилась, где одна вот эта штука. Как-то она, мне кажется, поэффективнее собирает. Не знаю, в чем у них разница. О, представляете, сколько? Вот это да. Купчика Валберес, это вот такие вот топули. Красивого цвета, пыльная роза. Камера вам почему-то делает их светлей. Сразу прям на ПВ одела, девчонки, свои тапки выбросила. Потому что, ну, я люблю в таких гонять, как расходный материал. Прям вот классный. Хорошо тянутся. Супер. Ой, спасибо за каштанчики. Супер-пупер. И платформа есть. Вообще без платформы нельзя ходить. Особенно тем, у кого проблемы с ногами. Поэтому она нужна обязательно. Классные, мега удобные, суперские. Но на размер больше мерят. Вот это розовая модель. До этого заказывала такие розовые и черные. Причем розовый взяла 41. Потому что, ну, обычно Китай. 620 рублей еще очень бюджетно, кстати. Китай и очень мало мерят. Мой вообще 39 размер ноги. Мне пришли черные 41. И розовый 40. И они были одинаковые. То есть я их приложила один к другому, они были одинаковые. Они были мне велики. Поэтому я перезаказала свой размер 39, поэтому идут в размер. Очень удобные такие прям класснючие. Купочки Валберес для школы. Колготки, девчонки, беру такие. Второй раз зацепила в этом году эти колготки у меня Ксюшка за стул, за гвоздь. И уже, конечно, на выброс. Взяла две пары. Две пары дешевле. 500 с чем-то рублей выходит. Очень классные. Инканта, Kids. Прям классные. Это мягкая микрофибра. И сколько? 50 ден. Да, я все время забываю. Сербия. Вот, они очень качественные. Мне очень нравятся. Сейчас открою, покажу. И заодно блузочка. Блузку перезаказывали. Девчонкам в Телеграм уже скидывала. Все блузки, которые мы заказали, классные, суперские. Они все вот такого плана. Но мы выбрали одну. Это 176 размер взяла, потому что они идут узкие. Вот на худеньких прям. Они на худеньких. По длине. То есть они длинные. Не знаю, даже может придется подшивать. Так узкие. Хотя и тянутся, но в обтяг я не люблю, когда вещи на ребенке, естественно. Зачем это надо? Поэтому заказала 176 размер, поэтому по ширине имейте в виду. Они маломерят. По длине нет, по ширине да. Так, что? В общем, в Телеграм, на Телеграм, кто не подписан, подписывайтесь, там много интересного. Я скидывала все блузки, которые мы заказали. И почему выбрали именно эту, писала. И мы ее перезаказали, потому что на момент заказа она была почти 1200. А когда я пришла заказ забирать,
У нас в 170-м была размере до этого она. Она стоила 700. Ну, то есть разница 400 с лишним рублей. Поэтому я вернула все и перезаказала на размерчик побольше. 170-й тоже был хорошо, но думаю уж пусть. Здесь вот такой воротник, он пришит беленький, ну, то есть такая нарядная. И рукавчик маленький, фонарик. Тоже окаймлен вот этой штучкой. Мы сейчас померяем, я вам покажу. А сзади вот такая вот петелечка, пуговка. Вот, что-то тут еще пуговица, что ли, запасная есть? Нет, брошка в подарок, смотрите. Или она так и должна быть. Вот сюда ее прицепим. Брошечка отдельно в пакетике, классно. Вот, узенькие, но длинные футболки. Такая приятная ткань. Что это у нас тут с вами? Так. Что-то они тут... А, 82%... Сейчас, девчонки, я вас куда-то делала. 82% хлопка, 8 лайкра. Очень хорошо тянется. Тянется изумительно. Но когда она в обтяг, она так не смотрит. То есть растягивается прям вообще, как эластичные колготки. Мягенькая, приятная. В школе жарко, поэтому вот с коротким рукавчиком вот такую выбрали. Как выглядят колготочки. Это обычный серый меланж. Подо все подходит. У нас серое просто платье школьное есть. Поэтому, да, качество очень хорошее. Такие достаточно плотные, но и не жарко в них в классе. Поэтому присмотритесь. Расцветки есть разные. И дены есть разные. Вот она блузочка. Вот как смотрится. Хорошенькая, по длине такая хорошая. Можно в юбочку заправлять, под сарафанчик одевать. Брошка классная, прям такая красивая. Задом повернись. И рукавчик такой хороший, миленький. В общем, классика. И качество очень приятное. Поворачивайтесь, дамочка. Вот такая вот красота. У нас сейчас с брючками. С юбочкой у нас. Мы решили, что, наверное, пока так будем ходить, да? В новеньких колготочках. Мне нравится кожаная юбочка, вот эта красиво. Вот так ее повыше немножечко. Вот так заправить. Прям здорово. Не, пониже чуть-чуть. Я тебе натянула по самой дебалуй, чуть-чуть пониже. Да, вот так вот. Ну-ка, головку ровно сделать, это мы не поймем. Да, вот, смотрите, классно, мне нравится, да? Пучка Валбрис, и это вот такие новые антистрессы. Я бы ни за что не увидела бы их нигде. И дети мои не прознали. Но посмотрела на другом канале, у Анютки подсмотрела, у нее сын показывал антистресс червь. Почему червь, не знаю, по мне не напоминают шишку. Это вот такая вот система. Ну, как бы и все. Но вообще, вот в руках вот этим заниматься приятно на самом деле. Поэтому могу поверить, что это антистресс. Почему червяк? Не знаю. В общем, я взяла сразу набор две штуки девчонкам. Естественно, у них всего по два всегда бывает. Легко собирается, легко разбирается. Качество хорошее. Смотрела в отзывах, некоторые писали, что какие-то есть острые грани не обрезаны. Нет, тут вроде все нормально. Нигде ничего не цепляется. Все отлично. 200 рублей, там цена вопроса. Где-то так. Приколюхи. Такие прикольные. Но играют, пока играют. Покупочка Валбрис, это обычная белая футболка, Крестюша в сад на физру уже надо. Я взяла ростовку 116, ну, чтобы с запасом, чтобы не месяц походить. По ширине она стандартная, но такая вот длинненькая, она ей будет как туничка. Пусть пока будет. А, вот, Happy Fox, цена вопроса там такая смешная. 100% хлопок, размер 116, выполнена очень хорошо. Вот и горловина, фокус, такая прям, видите, добротненькая. Рукавчики, как бы все хорошо. Обычная белая футболочка. Еще надо на смену, наверное, взять вторую. Заказывала чешки в сад, пришли маломерки. Тоже скоро еще придут. У них теперь форма, все как положено, большие стали. Покупочка Валберис, это пилинг от Новосвет. Девчонки, он стоил меньше 100 рублей. Потом я видела его вообще по 40 распродавали. Не знаю, может там что-то со сроками годности. Да, годен до, смотрите, до 9.11.24. Я использую до этого времени, однозначно до ноября пилинги. По 40 рублей распродавали на ВБ. Да, вот осталось 2 месяца срока годности. Ну, еще 2 после срока годности можно однозначно пользоваться. В ролике самосовершенство, я решила теперь так назвать ролик Ивана Светланы, мы с вами обязательно его протестируем. Коробочка еще была в слюде. Сыворотка пилинг для лица ночная. То есть она у нас что, даже не смываемая. Смотрите, ахаба хай-кислота в концентрации 7%. Это что, предлагаете не смывать такую концентрацию? Так, сейчас посмотрим. Прозрачный гель. Кожа становится кровью. Для всех тип. Ну, пигментация, морщины. Понятно, возрастная кожа. Это всегда кислота обязательно. Где способ применения? Действует как пилинг, работая на поверхности, увлажняет. Значит, у нас... А, у нас 7% написали. У нас АХ5, БХ2%. Способ применения. На чистую кожу нанесите 2-3 капли до полного впитывания. Сверху обязательно нанесите дневной ночной крем. Да, слушайте, это несмываемая сыворотка пилинг. Ну, будем пользоваться на ночь. Я вообще кислотный уход уже подключила, я его люблю. Поэтому пригодится.
Ну и на этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе, в том числе на красоту от Словалио. Всех люблю, целую, всем пока-пока.